Снимать нельзя. А что это? Двое уже сели за такое. Уважаемый, как мы прекращаем съемку? Оп, в смысле, как мы прекращаем? И пугать нас не надо. Да вы что боитесь? Вы что такие пугливые? Да? Я вот вас не боюсь, хотя пришел тут, можно сказать, в логово. Да много вас тут таких провокаторов. Я провокатор, что ли? Конечно. Дело представить доказательства доходатства отвода. Пользуется помощью юридических лиц. Запись тут он камень стоит. Туда продолжим. Так, значит, надо вам другое ходатайство заявить. Если по второй части, значит, другое. Опа, реклама пошла. Да, реклама. Вам закон о рекламе известен вообще? Конечно. Там нарушаете. Телефон, может быть, телефон указан. Нарушаете. Вот сайты указаны. Сайты указаны. Вот, читайте здесь сайт. Вот, пожалуйста. Шевелите. Как нет? Вот, читайте. Не вижу. Вот, прочитайте, что написано. Я не вижу. Я не разбираюсь. Ай, какие шутки, а? Я не разбираюсь. Вот написано, рекламируйте. Фан-парк, я не знаю, что это такое. Вейк фан-парк рекламируйте. Вы снимайте вот туда. Это очень плохо. Короче, у вас есть два варианта. Либо наклейки сдирайте, ну, либо что? Вешайте их согласно ГОСТу. Да. Ну, а как? Чтобы не были перевернуты у вас они. Кто их сюда повесил? Какой ГОСТ? Я не знаю. Новый? Вы, а что новый, говорите? Который ввели по наклейкам на служебный ноутбук. Почему у вас цифры какие-то непонятные, масонские? 225, 253, что за дело? А вы так почему сейчас на слово масон отреагировали? Вы не масон? А, гражданин? Сразу прям, да, так из-под лоби взгляд, я сразу примерил, вот опять. Масон. Кто масон? Товарищ? Вы вообще понимаете, что вы говорите? Конечно. А вы? Мы-то понимаем. Вы-то вообще понимаете, что вы здесь творите? Понимать. Столько лет уже, десятками лет стоите, даже не знаете, какие у вас ГОСТы приняли, какие отменили. Ваня Васильевич, так вы отрицаете свою вину в данный момент. Да. По месту жительства ходатайство, как говорится. Отправлять вместе по месту жительства рассмотрят. Я являюсь жителем города Нижний Новгород, что совсем не соответствует Владимирской области. Сейчас я вам заявлю ходатайство, ряд ходатайств необходимы для этого. В том числе и отвод вам заявлю. Потому что вы некомпетентны. Нормально, пишите. Там уже все решено, вы уже написали, как надо. По красоте. Он нормальный, видишь? Не совсем, как говорится, еще. Выжил-то. В своем уме человек находится, задумался. Молодец. Задумался, а поздно, понимаешь, поздно. Да нет, он уже смотри, начал, уже, да. Уже, во-первых, начал шапку заполнять. Во-вторых, ну, коллега рядом стоит старший, поэтому уже не получится ему как-то спилонить. Поэтому придется дело доводить до конца. А в честь чего он старше, интересно? По должности? Да. Вы старший смена? У него автомат. У него автомат. Нет, не за это. Я по автомату. По возрасту судим. У кого автомат, у того и сила. И штука еще вот эта красная. Это светофор. Называется уже. Опять же. Диск. Можете диск дать нам, кстати? Световозвращающий диск. На обратном пути вернем, конечно, будем возвращаться. Купить за эти продают. Диск? Свободный продаж. Очень эпично у вас смотрится он на этом месте. С деньгами, а вот без денег бы. Да они стоят недорого. Да нету денег. У меня есть такой жезл, давайте я вам подарю. Нет денег. Все на камеру ушло. Это называют подарки нам не... Советский. Советский жезл, машина, жилетка, все. Нельзя нам подарки. Тогда бартер, давайте бартером. Мы вам жезл, вы нам диск. Вот этот вот. Нельзя. Тоже нельзя. Ну давайте что-то там какое-то да кидайте, все, бросайте, что-нибудь такое. Играйте свою роль до конца, если там уже... Давайте заполню, составить свой протокол. Мне контент в Нижнем тоже нужен. Да, сколько человек составит. Не составит, а заполнит. Составляет он, я заполняю. Вы сказали, что составит. Заполню. А вот составит. Давайте. Давайте. Готовы? Вот на случай присядьте. Давайте протокол номер говорите. Водитель. Ручку можно? Или вы не будете ставлять? Я вас не понимаю. Если вы не будете ставить, тогда мы уходим. Да как? Законодательство у вас учим какому-то, да? Блин, лейтенант молодой пропал уж. Не случилось. Беда ничего. Какая. Может. Может, поступил как настоящий офицер, мало ли. Всяко бывает. Уволился, я имею в виду, навсегда. Вы уходите тоже? Нет. Мы, если что, здесь все поохраняем, все. Только скажите, куда нажать.
если что, если тревога. Да там фура в КДМ-ку врезалась. Не в дворик, а в этим. Передозов, Мешковский район. Да, она тут, со стороны Владимира стоит. С твоей стороны? Да ничего, сейчас там по встречке поехал, погрузишь по встречке, сейчас спецмашину будет сопровождать, чтобы растащить там. Ну да, там же оно везде сейчас перекрытие стоит посередине. Так, короче, что, продолжаем или мы поехали? Как будет там? Продолжаем лучше. Ну, я не знаю, что я решаю сами. Просто вам серьезно, ГОСТ отменен. Честно, я вам сейчас, я вам вкратце вам объясню, вот вы что поняли. Вы можете верить, можете нет. Смотрите, закон действительно есть такое понятие, как нарушение ГОСТа, установки. 500 рублей за штраф предусмотрен. Но в тот же момент, по закону вы должны сослаться на тот ГОСТ от 93 года. От 1 января ГОСТ отменен этот, и действует другой ГОСТ. То есть по закону вы не имеете права на тот ГОСТ ссылаться, но тем не менее... на который вы будете ссылаться, ГОСТ уже отменен другим ГОСТом, заменен. А в том ГОСТе нет пункта такого, на который ссылались на прошлом. То есть это недоработка на законодательном уровне, понимаете? Один закон противоречит. Да, вот я вам об этом говорю. Просто если бы такой ситуации не было, я бы их повесил обратно, и все. Мне нужно показать всю эту, так сказать, ситуацию в стране, людям и так далее. А уж пускай там в Думе решают, нужно какие-то поправки вносить, не нужно. Вот, это не наша с вами прерогатива. Да я понимаю. Вот, поэтому... Ну, зато теперь вы стали самые образованные, как минимум, из своего батальона. Что вы можете теперь сейчас... можете прям ликбез смело у себя в роте провести по данному поводу. Поделиться опытом. Ну, как не знаете, про ГОСТ не в курсе вы были. Теперь знаете. Постоянно занятия проходит, все у нас. Мы вам дали новые где знания. Где ваша бумажка? Новые знания мы вам дали. Покажите спасибо, мне. Спасибо, получаем негатив от вас. Брали. Ваши бумажки уже лет 10. Если не больше. Ваши... Если год с 93-го года. Так я и говорю, ваши бумажки уже лет 10. Я вам показал документы, право устанавливающие, что в которых... С 93-го года номера-то они вроде как и не менялись. Они... Сейчас новые номера вышли уже, такие вот квадратные и так далее. Сейчас уже, но в соответствии с этим и ГОСТ поменялся, понимаете, в чем дело? Квадратные, кстати, тоже уже были давно. Они были, там и другие утвердили ГОСТ на 2018-м. Да, квадратные. Я знаю, что они были. Сейчас на транспортные средства, на автомобили такие номера тоже будут ставить. Ну что, ждем? Скажут, что ГОСТ нарушен, да, подойдете? Либо оформляйте, либо отпускаете. Да. Давайте куда уже ушел? Да он наплевал на все. Вам, нет, понятно, что Ромке вашему все равно. А у нас, извините меня, да на гастроли. Подписчики, гастроли. У нас дел полно. Поэтому мы уже видим, что все уже так ватненько с вами начинается. Нам уже не очень цель. А Ромку от моего водительского утащил, как я Ромка понял, да? С водительским ушел. Ничего себе. А он дырки будет ставить нам, да, в глазах? Да пускай ставит. Зачем дырки ставить? Типа злой водитель или что там? Провокатор. Ну и Роман-то позвоните, может он что-то там застрелился, что не дай бог, хоть право хотя бы найти, там крови не запачкались. А вон он шумит. Украшается, если я его не узнаю. Роман, ну где водительский-то? Уже все решили давно здесь. Не пьяный, не сраный, не бандит. Чего еще надо-то? Если хайпануть хотите вместе с руководством, то пожалуйста, никаких проблем. Что такое хайп? Ну, узнает про вас, про все. Все. Ну, понял, ага. Ну, проконсультировался. Все. Кто-то по телефону посоветовал. Недоброе дело сделать. Недоброе дело сделать. Да. Владимир Васильевич. Да. Значит, смотрите. Уже вам я пояснял, что из-за чего были остановлены, да, что ваши госрегзнаки установлены с нарушением. С каким? Потому что они нечитаемые. Да, нет, подождите. Они перевернуты, то есть я усматриваю, допустим, здесь... Давайте, знаете как, подождите, я вас перебью на секунду. Давайте, ну вы не можете пару слов связать, понимаете? Значит, смотрите, ваше нарушение будет квалифицироваться по статье 12.2, часть 2 КОП РФ. Опа! Открытие госрегзнак, да. Уже тебя из-за того, что вы растет. Умышленно скрываете. Да вы что? Переворачивание. В отношении вас, значит. Будет, значит, производство по делу. Вы вину в данном правонарушении признаете? Не признаю. Хорошо. Вы, значит, смотрите, у тебя будет вестись производство по делу, то есть вы будете иметь право знакомиться с своими материалами. Дело представить доказательства за ходатайство отвода. Пользоваться с помощью юридических лиц.
пользоваться помощью юридических лиц. Угу. Статья 51 Конституции не связана с процессом их близких угу. родственников. Что-то хотите пояснить? Вам понятно? Да, вы что это, с части на часть прыгаете? Может узнать вас? Кто говорит первую часть? Я вам только что показал решение ладно, суда. Ну, могу вам показать, да, что эта первая часть была до 1 января 2012 года. До. Я, а теперь я она уже... с вами, с вашей решением, когда прям спорить... Вам наплевать, правильно? То есть, смотрите, я просто вам говорю, угу. то есть я вам разъясню права. Да. Вы говорите, что хотите, чтобы, да, рассмотреть где? По месту жительства? Да. Естественно. Будете за ходатайство. Вот оно у вас лежит перед вами. Сейчас я его заполню, все. Ну, это заполняйте. Давайте, я не знаю номер протокола. Да. Я вообще ничего не знаю. Сейчас напишу. Запись тут на камере стоит. Туда, продолжим. Так, значит, надо вам другое ходатайство заявить. Если по второй части, значит, другое ходатайство. Может, по четвертой сразу напишем, а что нет? Так, на вопрос. Владимир Васильевич, что там прописано где? Там же и прописано. Ниже Новгород. Там же все на указанных документах у вас. У вас там все написано. Ну я вас спрашиваю, может вы поменяли? Ничего не менял. Все понял. Русским языком владеете? Не особо. Так пишите, не особо. Какой-то умный начальник сказал, пиши сразу по второй. Все, что там нормально, нормально. Начальник, может быть, уже надоел быть начальником. Да нет. Вы только... Романа просто подсиживают. Романа, не один, так другой. Роман, я бы сделал выводы. Номер телефончик, скажите, пожалуйста. Скажу. А? Где у меня телефон? А как вас уведомить-то? Почта у нас есть. Почта России, что вы уважаете. Вы же говорите, что хотите по месту жительства. Я ставлю протокол. Вот я заберу ходатайство, есть адрес. Придет по месту жительства, там уже люди меня знают. То есть вы телефон не сообщаете нам сегодня? У меня нет телефона. Я так и отмечу, что у вас нет. Нету, да. Что так удивляетесь? Думаете, все богатые у нас еще в стране? Как вы? Телефоны есть, да? Серьезно, вот у меня тоже нет телефона. А у вас чей телефон в руке? У вас автомат есть, вам достаточно. А ну, автомат это оружие. Ну, вам шоколадный. Вот. Владимир Васильевич, вы в центр устроены где-то? Нет. Кондитерское изделие? Могу. Дайте. Как вы попробуете? Я не люблю, вдруг он настоящий. Потом скажете, то, что я завладел, я это не хочу. Вам сфабриковать как два пальца, об протокол провести. Не, ну такой не занимается. Вы сейчас в данный момент занимаетесь сам стоящей фабрикацией. Вы фабрикуете. Вам мы исполняем свои служебные обязанности. Прекрасно, нет, вы прекрасно знали вот этот вот год старый, требует установки. Вы в него отталкиваетесь. Теперь тот телефон походил, поговорил, это все фиксировано. И уже решил по второй писать. Так давайте еще поговорим по телефону и по третьей напишем, по пятой. Мне без разницы. А их нет. Там несколько частей, если не в курсе 22 статьи. Четыре части, там, если вы не знаете. Там за повторность еще и все. Вы там повторность. Не зарегистрируйте. Нет, там повторность. Нет. Вы посмотрите правильно. Что вы смотрите? Вот, 12.2, пожалуйста. Вот она, статья, смотрите, вот она на руках. Вот, четвертая часть даже есть. Четыре части там. Ну что, я закон лучше вас здесь сразу знаю, всех вместе откуда. У Владимирской области, у всех гаишников. Вот они требуют к установке. Ну это там подложные вот, знаки, что ли, вы имеете в виду, это не то. Какая разница, часть 4, а вот требования к установке. Это там что сказано. Я могу вас знать, помните, пожалуйста, прочитайте, если вам не лень. Я знаю. Надо знать, что там спрашиваете. Так вы не знаете, если вы там ездите. И суды, наверное, не знают, да никто ничего не знает. Ни командиры батальонов наши не знают, никто ничего не знает. А вы все здесь вдвоем так собрались и знаете. Ребята все знают, нормально же, хорошие парни, все знают, не такие. Ром, что опять там? Ручка, ластик, карандаш, мел. Роман, Роман, зачем полез в базу судебных приставов? Скажи, пожалуйста. У нас нет базы. Нет, так. Ром полез. Ром сейчас все будет. Лех, ходатайств хватит для данной ситуации. Хоть 10 пишите.
Есть 10 рублей. 10? 10 рублей? 10 ходатайств. Ходатайств по нему. О! Опа! Наконец-то! Мы вас ждали. Вот на него тогда мне писался.